Что, ребята, мы с ним сказали самое главное. Все-таки летим, короче, мы 22 февраля. Скорее всего. В смысле, скорее всего? Мы переписали заявление, написали, а нам же еще не подтвердили. Но сам факт того, что мы как бы, да, собрались, это да. Всем привет, ребятки! Сегодня 17 февраля. Вот, скоро мы вот летим в Индию 21 февраля. Да, все-таки летим. Все-таки нам одобрили нашу путевку и сегодня 18. Всем привет! Сегодня 19 февраля. Я пишу технологию. Вот так вот календарик. 19. 21 летим. Всем привет! 20 февраля. Я здоровый, сильный, крепкий. Посмотрела влоги В. Виктории. Очень нравится мне, как она снимает. Влоги такие атмосферные. Вот, и она говорит, чтобы не заболеть, нужно говорить «я здоровый, сильный, крепкий». Так что «я здоровый, сильный, крепкий». 20 февраля я делаю реферат по Бразилии. Родители уже собираются, складывают чемодан. А я вот сижу и занимаюсь географией. Мы уже вышли, сейчас вызвали лифт и уже поедем в аэропорт. У меня тут лирка, талисманчик наш, рюкзак. Давай ты. Мы уже в аэропорту. Я сейчас провела прямую трансляцию. Тим играет. Тут уже большая очередь. Надеюсь, меня слышно. Охренеть. Короче, вон там мы должны были чемоданы свои показывать. Нас просто пропустили. Там, короче, сломалась какая-то штука. Сейчас стоим в регистрации пассажиров. Ну что? Ну что? Мы в чистой зоне. Нас проверили. Да, пойдемте. Пошли смотреть самолет. Я уже мечтаю о том моменте, когда нам будут раздавать еду. Интересно, что там? Опять сосиски? Да, сегодня летим. Где сосиски? Сейчас проверим, что там. Сосисочный мир. Все, мы сели в самолет. Еще, конечно, не все, но мы уже сели. Выполняющий полет по маршруту Кемерово Кула. Расчетное время пути 6 часов с отдыхом. Желаем приятного полета. Мы этой жизни тут в Пекин. Ваша кислородная маска находится в панели багажной полки над вами. В случае разгерметизации она выбрасывается автоматически. При появлении маски резко потяните на себя, плотно прижмите к носу и рту, закрепите, как мы демонстрируем. Кислород начнет поступать. The oxygen mask is used by our seat. In case of decompression, they are more automatically. Then is the mask pulled down the mask and press the nose and mouth. Fix the start with this. Oxygen start flowing. Если вы пришли с ребенком, наденьте кислородную маску сначала на себя, а затем на ребенка. Сохраняйте нормальное дыхание, пока мы не объявим, что маски больше не нужны. If you travel with a child, please mask at the end, put mask on the child. Continue to breathe normally until your advice is that oxygen mask no longer required. А ваши ремни безопасности должны быть застегнуты всегда после включения света.
что, мы набрали нужную высоту? Тут такая очередь, в туалет сразу выстроилась. Я сейчас буду монтировать видео, потому что скоро будут давать еду, а спать до этого нельзя. Надо нагуливать аппетит. Да, мам? Да. Интервью. Интервью. Аккуратно. Жаришка. Все снимаешь? Кинула омлет с сосиской. Нет. А что у тебя там? Катя взяла омлет с овощами. Ты на ПП, что ли? Там колбаса. Катя на ПП, короче. Вкусный? Давай. Ну что, рубрика «Соня Рукажов» начинается. Отлично. Кстати, подождите, я еще не открыла. Сейчас я... Я уже доедаю, она еще нет. Так, морковча. Я не буду это есть. Кекс. Шоколад. Булка, я буду булку. Булка ест булку. Специальное видео, понятно? Салфетка. Это я сейчас сюда кладу. И приборы. Собственно, это я не буду. А я буду кушать булку. Вот так вот. А ты не будешь. А я буду. Дальше. Гречка, понюхайте. Блин, надо было типа гречку взять, сосиски. Он не будет омлет, мне кажется. А он просто... А, он спит еще. Ну что? Я сейчас буду кушать. Приятного мне аппетита. Капец, я страшная. Мы поели. Сейчас я буду... Морковка была невкусная. Парковка? Морковка была невкусная. Нам дали парковка, я подумала. Вот смешная какая. Так вот. Морковка была невкусная. Там дали морковку с изюмом. Капец. Вроде, ну я не пробовала. Мама пробовала, сказала, невкусная. Ничем не приправленная, просто морковка. Просто морковка с изюмом. В принципе, я поела, и я, в принципе, наелась. Единственное... У Тимоши сосиска осталась. Куда ее купить? К Тиму положи. Так вот, единственное, что я хочу пить. Олег поставил. Олег? Нам принесли иммиграционные карты. Сейчас нужно заполнить их. Там, столица. Ляпали. Ну, вон он, капец. Дяденька. Индус. До свидания. Блин, кишки. Пахнет, да? Все, мы реально как классно пахнет сыростью. Это Индия, детка. Ковер вырубал. Ой, капец. Вообще, что за наркомания? Ой, рука трясется, извините, пожалуйста. Тимофейка идет. О, какая библика. Ну и все, поехали. Что-то не то. Че? Мы прилетели в аэропорт. Что-то не то. Где наш вьетнамский аэропорт? Может быть. А я так незаметно. Мы сейчас прошли там, что это, регистрацию или что-то такое. Отпечатки пальцев даже давали. Вот, это очень медленно просто. Там осталось уже несколько очередей.
Что, мы в аэропорту Дебалим. Сейчас будем чемоданы свои искать. Таможня, конечно, тут очень долгая, все очень медленно, потому что там досконально просто все проверяют, ты это или не ты. Отпечатки пальцев берут, поэтому очень долго проходили это все. Иди, бери, говорит. Мы в аэропорту узнали, какой автобус, идем к автобусу. Мы еще не узнали. Мы еще узнаем. Сказали нам уже все. Сказали? Идем к нашему автобусу. Какой-то другой, не такой, да, как? Другой, другой. Сердце так ёкает. Да. Мы в зимних ботинках, потому что, ну, решили не переодеваться в самолете. В чем прикол? Прикол в том, что наши дедушки с бабушками не знают, что мы улетели, и нам надо будет звонить с отеля и говорить им, что мы в Индии. Они не знают об этом. Сели в автобус. Знаете? Ой, да, где-то час нам ехать. Байком по этому мосту ездить нельзя. Байки ездят у нас по нижнему мосту, который у нас старый остался. Вот. То есть там ездят у нас байки. Но также там и машины ездят и так далее, но байки только внизу у нас ездят. Даже знак стоит перед мостом, что запрещено байкам сюда заезжать. Свечивается на магнитной ленте. Все остальные эффекты вы можете увидеть. Но еще раз. Мы в Индии! Тут собаки бегают. Мы ехали на вот таком автобусе. Капец. На кочках такое ощущение, как будто он скоро развалится. Но ничего, нормально. Вот это кристалл, да, Костя? Смешно. Я иду. Пап, аккуратно, автобус. Я сняла этот автобус. Да, молодец, я молодец, да. Вот. Я, короче, просто. Ё-моё, солнце, 9 утра солнце. А солнце фигачит вообще. Это вообще кошмар. Тут очень жарко. Мы сказали... сейчас по-любому в отеле будем переодеваться. Да-да-да. Днем сказали до 38 градусов. Капец, куда мы приехали? Мы приехали. Мы приехали к нашему отелю. Вот он, наш отель. Да. Цивилизация, люди. Да. Все, мы приехали. Мы приехали. Ну, бери да, его. Не знаю, да, что это такое. Ты будешь? Тим, на. Ура. Ну, давайте. Чоп-чоп. Вкусные вообще. Как что это? Прям, да? Компотик такой. Мы, короче, уже переоделись.
Фух, опять умылись. У меня шорты, футболка. И сейчас мы идем первый раз на море в Индии. Просто ты идешь тупо по дороге. Тачка на прокачку. Блин, ну, ребят, мне нравится. Я никогда не думала, что я это скажу. О, Новый год. Где? Прикол. Блин, у меня, конечно, рука трясет. О, написано «Не плевать!» Ё-моё! Ага. 2000 бат, между прочим. Да. Бат? Ой, рупий. Бат. Мы тут вдруг оказались в Таиланде, да? Сувенирчики. Где написано? Два банка. Где? Выбираем красный. Банкомат. Не получилось. А здесь синий? Выбираем синий. Тоже банкомат. Значит, не получилось. Короче, рассказываю. Мы нашли обменник. Вернее, банк. Это был просто автомат. Поэтому мы идем дальше искать обменник. Покажи мне деньги. Money, money. Рупи, рупи. Вот так мы первый раз море ищем. Шли по картам Maps.me. Надо было и продолжать идти. Нет, как какого-то индийца спросили и отправил нас вот сюда. Сейчас еще обидно будет, если тут тупик, и мы не сможем выйти к морю. Мама, это они? Кто они? Это они! Сонь, ну да, наверное. Ты не достанешь. Трогать. Ты меня так пугаешь. Я тут иду и так еле держусь. Ну как ее надо брать? Да, вот. Ой, господи, звуки вот какие-то. Да, мы вышли к морю. Мам, полотенце. Доброе утро, подруга. Ой, ох ты, какой песок мягкий. Офигенно. И вороны каркают. Ну что? Где мы? О, какие классные вот эти стульчики кругленькие под этими навесами с листьями. Песок аж до шортов достает у меня. Милый. В школе привет. Ну вот этот ничего вроде, да, Шек? Слева. Горяченько, да? Качелька. У нас 7. Классно. И там ничего так. Песок красиво. Офигенно. Что, покушать покупаем? Будешь кушать? Дочь, видишь, они дают полотенчики. У них все лежаки и матрасы застелены полотенцами. Отлично. О, ребята. Здесь вообще прям такой релакс, да? Кушать песочек. Что, в школу? Да. Я не знаю. Надо посмотреть школу. Ну все, будем смотреть меню и заказывать чего-нибудь поесть. Жрать. Чему есть-то? В таком положении надо. Жрать.
600 миллионов. Ага, миллилитров. Вот, совка Кингфишер. Слышишь? Нормально. Кто? Кингфишер пиво, совка. Так, Димаш, можно? Нет. Ну что, по два чека? Два чека? Да, конечно. И звонили 2-0 какой-то, да? Да. Тоже звонит, да? Так, Соня, вам что, напитки все? Все. Сделала заказ. Да, мы сделали заказ. Мы заказали рис с морепродуктами. Да, нормально. Наан с чесноком. И я заказала себе арбузный шейк. Мне принесли шейк. Новосибирск. У нас сейчас там снега вообще много. Господи, как это вкусно. Мы сюда приехали. С молоком соберем. Что за цвет обычный? А завтрак... О, а ну как молочный. Это? Молочный. Попробуй. Да, потом возьмем. Да, я думаю. Во Вьетнаме типа кофе всегда. Да. Сейчас мы уже скинем настоящий масала. Надо было с подачи, с чайником. Да. Попробовала чай масала. Масала? Масала. Да, это хорошее знакомство, врачи. Чай с молоком и имбирь немного. А что случилось там? Шейк вкуснее. Нам принесли рис, огромная порция. Мы взяли вдвоем с мамой, потому что мы просто объедимся этим. Шейк почти допила. Рис какой длинный, да? Как он называется? Басмати, наверное. Давай фото я. Вот буду этот пробовать. Нет. Да. Приятного аппетита нам. Боже, ну что-то как будто по картинке. Что вкуснее бывает? Нет, очень вкусно. Вот сейчас вот с этим, как с хлебом, у тебя будет прикольно идти. Вот этот рис. Все снимают собак в Индии. Я тоже сниму. Где коровы? А, коровка нет, кстати. Ребята, коровка нет. Все, мы сейчас раздеваемся тут и пойдем на море. Вот, пойдем купаться. Мы покупались. Там офигенная вода. Нет, вот пока резолютивно, вот, мне нравится. Пока номер не увидел. Мне кажется, первые впечатления не всегда такие. Нет, мне просто нравится сама атмосфера. Ну, да, короче, кстати. Мы покупались. Давай, меня накрыло волной, поэтому я вся мокрая. Мы поели на 910 рупий. И в это число входит, ну, пиво. Два пива. Два пива. Три пива. Три пива. Два зеленых, одно красное. Вот, наверное, твое. Вот это мои. Одеваемся и идем уже в отель. Мы все. Мы покушали, наелись очень сильно. Узнали, как зовут эту собаку, которая рядом с нами лежала. Фрокси. Очень интересное имя. Она там лежит. Они ее, наверное, подкармливают, как это обычно в Индии принято. Опять идем по этому неизвестному нам пути. Ну хотя нет, он уже нам известный. Смотрите, как красиво. Что тут за парк какой-то? Ого, это что, большие мангостины? Были. Сейчас придем. Зайдем в магазин, папа купит пиво. Ой, прости. Нет, не они. Я все еще эту траву не дотрогу, до которой, если прикоснешься, то она все свои листики спрячет. Но все как-то я ее не могу найти. Так вот, сходим в магазин. И потом, после магазина, мы пойдем в номер. Извините. После магазина мы пойдем в номер. Уже посмотрим. Уже посмотрим. Что там есть, какой у нас номер вообще, потому что еще у нас не было заселения. Мы просто уже переоделись там. Время 12:30, вообще, по идее, заселение в 2. Я не знаю, зачем мы так рано идем, но все-таки идем. Зашли в какой-то Кингфишер, прям магазин с
с алкоголем. Белый ром, вот. Он хочет такую. Не на весь отпуск хватит. Так мы отсюда не уедем вообще, в принципе. Тут просто вытереть надо. Дочь, где? Там офиген. Вот, смотри, открыть же. А у Кати так же. Спасибо. Один в один. Прикольно. Карту вставляй. Жизнение. Мы, короче, собираемся к родственникам в номер. Вот, там немного у них побудем. Да, мы помылись. Собрались уже чистенькие. Нам первое впечатление вообще нравится, да? Ну да, в принципе. Единственное, что номер грязный. Но да, как бы не считая, обзор, не считая, мы практически тут вообще убрались, не считая вот проявили этого. Я заряд не ждал. После этого мы, по идее, ну пусть будет. Он не будет. Я говорю, в смысле, пусть стоит. Пятый. После того, как мы побудем у них в номере, мы пойдем, я думаю. Это что, у нас такая туса, типа, будет слышно. Наверное. О, спасибо. На пляже. Очень. На пляж. О, как дела? Сейчас поедем. Ой, поедем. Пойдем на рынок. Не знаю, на какой. Какой-то рынок. Идти, по идее, далеко. Что мне не очень нравится. Кстати, вот немного расскажу вам про номер. Нас поселили на первом этаже, в 107 номер. Всех нас поселили на первый этаж. Да. Поэтому никуда ездить не надо на лифте. Единственное, что где ресторан, кстати, тут. А, ну это там внизу. Все внизу, короче, бассейн внизу, там все такие штуки внизу. Я надеюсь, что в этой авоське сейчас арбуз поедет домой. Вообще не знаю. Вот вы говорите, в Индии очень много коров. Но ни одной коровы я еще здесь не увидела. Ну вот где вам, да, коровы? Ни одной коровы просто. Вот что вы говорите, Индия, коровы да коровы. Мы дошли вон там базар. Этот базар работает только по субботам. По дням нашего приезда. По субботам, поэтому мы решили сегодня как раз-таки сюда пойти. Вот что. Прямо пойдем? Да. О, барабаны, мам. Че, сколько стоят барабаны? Ну, ты еще видишь, только начало видим, и они только начинают готовиться. О, Ира, шапки. О, вот эти конопляные. Конопляные? Осмотр. А их реально курить можно? Мне это. Угу. Дай мне. Непал. Вон шапка с волосами. Непал. Че? Нет. Сколько стоит? How much? 400. Руки. Ну. Просто через палец. Давай, мадам. Хорошо, пойдем. Пахнет какой-то этой, да? Слышишь, говорит мама. Мама. Мама, да. Папа. Ой, здесь нет шарфа, кашмир. Хорошая цена. О, какие льняные. Ага, вот эту тоже вот белая. Прям лен. Вот, прям потрогай. Да, реально прям тихо. Все? На работу. Все офигеют. А вот плетеные такие.
есть вода? Слушай, не надо. Русичек. Туника, посмотри. Штаны Алибабу Рубаска. Посмотри, пожалуйста. Штаны Алибаба не надо. Смотри, иду. Я дам и скидка, мадам. Я не знаю. Дай капочки. Специи, мама. Сонь, так вот брать. Ой, ух ты, мам, какие ловцы снов. Иди сфотай. Смотри, какие ловцы снов. Обалдеть. Ох, Катя, да? Сначала проверим. I give you good luck. Okay, I give you good luck. Спасибо. 200 рублей средний. Окей? Меняй это, ты меняй. Меняй, кам. Не-не. Взяла 100? Спасибо. 100. Тоже прикольно. Да, крутяк. Так. Это трикотажные, да? Это другой. Смотри. Это техника это. Я может. Соф, ну давай. Мири. А что, на голову тело? Или ты сверху одежда? Я сверху. А тут зад перед принципиально? Конечно. Мне кажется, да. Перед зад. Кому барабан купили? Перед зад. Минс. Да ладно уже. Нет, ну, both side. Без разницы. Yeah. Нет, тут без разницы. Капец. Может, я сейчас в черном квадратное буду и скажу, не. Зеркало есть? Конечно, нет. Сонь, вон какие эти. Наверху майки. Что-то мне надо лямки ослабить. Прикольно. Что, реально? Мне надо лямки тебе ослабить. Тебе надо опустить тут их, да. Я знаешь, что? Very nice looking. Это? Я не могу. Мешок. Сарафан. Слушай, оно, мне на... кажется, это не очень. Оно выглядит, да, на вешалке лучше. Знать бы еще, что это, а не видишь, как в лепешку или в булочку по ходу дела все это складывают. Прикольно, да? Смотри, оно реально заготовка, оно потом разрезывается, мягкое становится, кажется. И, наверное, в булочку немножко. Ну. Помахал еще. Какая машинка. Тонированный, открыл. Реально? Да. Мы пришли в какой-то кафе. The Cream Pam. Заказали мороженое, тут так прикольненько, тут шина, стол. Скоро принесут мороженое. И заказали в кокосе. Стоит 200. Я мама научилась. На ночном рынке. Я научилась, мам, где это стоит? Сейчас, подождите. За сколько он нам продал? 150? За 100. За 100. 100 рупий. 90 рублей. А изначально сколько просил? 200, по-моему. Вот так. Сколько? Тим даже ложку протереть не успел, сразу уж попробовал. Пробуй, пробуй. Да, спросил, что на орехе нет аллергии. Но... Ванильная? Я же спросила ванилу, она когда... Это вкусно. 250 рублей. И рано, правда, очень. Закат встретить.
сансет на пляже. Но, по ходу дела, мы не успеваем туда. А в Шеке мы закажем рыбу. Кайфует. Идем по улице, которая называется Титас. Идем, идем. Титас? Титас. И она такая, типа, банглы на Пхукете. Опять плевать нельзя. И мы идем к пляжу, в сторону пляжа, для того, чтобы покушать. Вот так аккуратно проходим. Вечер уже, поздно, мы устали. Мы сегодня натопали 13 тысяч шагов. Мам, сколько процентов? Мне кажется, он сейчас отключится. Да, телефон уже отключается, поэтому, наверное, влог на этом закончится. И Соня говорит всем пока. Спасибо. Может, если не закончится. Да, типа банглы. Спасибо за просмотр этого видео. Ставь лайк, подписывайся на мой канал. Пока.